Президент Армении Армен Саркисян имеет право до 9 марта обратиться в Конституционный суд страны, чтобы оспорить именно указ премьер-министра Николы Пашиняна об увольнении начальника генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал в беседе с журналистами глава палаты адвокатов Армении Аразу Грабян. Президент республики либо должен обратиться в Конституционный суд, либо подписать указ и согласиться с премьер-министром. Президент признал, что есть проблема, и она очень глубокая, поскольку к начальнику генштаба присоединились также высокопоставленные офицеры. У президента есть еще несколько дней, чтобы обратиться в Конституционный суд. Он имеет полное право. Если он этого не сделает, значит, он побуждает к тому, чтобы эти вопросы решались на улице, не конституционно путем, заявил Араза Грабян, добавив, что на данный момент делается все, чтобы президент не пошел на этот шаг. Он также подчеркнул, что президент по всем важным вопросам проявляет бездействие, однако они намерены призвать его к выполнению своих полномочий. Отметим, что военные граждане Армении провели сегодня перед Министерством обороны акцию в поддержку начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна. Затем участники акции направились к резиденции президента Армении, чтобы потребовать от президента выполнять свои конституционные обязанности.